На город опускается ночь, на охоту выходят студенты. В Екатеринбурге прошла крупнейшая профориентационная акция на Урале «Ночь карьеры». Учащиеся вузов ищут на ней лучшее место работы, а компании – лучшие рабочие руки и умы. Причем путь по карьерной лестнице начинается задолго до написания резюме. Расскажем в сюжете. Вы должны знать о компаниях, в которых вы хотите работать. И чем больше вы о них знаете, тем больше у вас шансов туда попасть. Каждая фраза – ценный совет. На мастер-классе от группы ЧТПЗ нет свободных мест. Такое количество слушателей встретишь разве что на лекциях именитых профессоров. За спикером записывают, а тезисы на экране снимают на телефон. С чего начать строить карьеру? Вопрос интересует каждого студента. Работая очень много с молодежью, поняла, что у них проблема даже не в том, чтобы составить резюме, а еще до того, как вообще понять, кем ты хочешь быть, в какой компании ты хочешь работать, как написать резюме, надо ли писать резюме, или надо собирать портфолио, сканировать все свои дипломы с детского сада. Найти работу своей мечты студентам помогают на акции «Ночь карьеры». У учащихся вузов, колледжей и техникумов в этот вечер есть уникальная возможность познакомиться с 4 десятками крупнейших компаний страны и Урала. Госкорпорации, холдинги и бизнес-гиганты, в свою очередь, ищут ценные кадры. На территории Ельцин-центра собрались больше 7 тысяч человек. И это не только студенты и выпускники. Несколько сотен из них – школьники. Мальчишки и девчонки, которые сидят еще за школьной партой, они уже реально думают о том, каков будет их профессиональный выбор. Понятно, что они и высшее учебное заведение будут подбирать под эти предпочтения. Чтобы привлечь новых работников, недостаточно рассказать. Нужно еще и показать плюсы компании. На стенде группы ЧТПЗ посетителей отправляют прямо в цеха предприятия с помощью технологий виртуальной реальности. Меня куда-то везут. Вот на камерах видно все цеха производственные. Вот как проходит трубопрокат, видимо, листы металла. Вообще здорово. А те, кто уже владеет информацией, спешат стать частью предприятия. Самый простой способ – записаться на стажировку. Некоторые посетители стенда уже думают о том, как улучшить свои шансы среди стажеров. Скоро, например, будет Power Skills в Кемеровской области, чемпионат, куда я тоже собираюсь поехать. И с этим же дипломом, думаю, можно спокойно приобрести путевку сюда. Еще одна уникальная возможность для тех, кто с выбором уже определился. Во время ночи карьеры участники могут сразу пройти экспресс-собеседование в крупнейшей компании страны и Урала. К некоторым работодателям выстраивается очередь. Ну вот, я недавно почитал в интернете про компанию ЧТПЗ. Довольно неплохую карьеру можно построить в этой компании. Также у них интересные технологии, особенно более интересует меня белая металлургия. Формат, когда потенциальные сотрудники и работодатели могут встретиться в неформальной обстановке, поддержал даже президент. В следующем году акция «Ночь карьеры» пройдет сразу в 30 городах страны. Светлана Вахмянина, Денис Храмцов. Новости Первоуральск.